Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапочку тунисским крючком. Узор называется рогожка. Вязала я по кругу. Расскажу, как сделать расчет для убавления донышка. Ну и расскажу принципы украшений. Чем можно украсить. Хотя вы, наверное, и без меня знаете, чем можно украшать. Значит, этим методом, этим узором можно вязать носки, рукавицы, все, что вяжется по кругу, можно рогожкой связать. Шапка получается как бы двойная. Вот она такая плотненькая. Ну, можно на межсезонье ее носить. Обвязать можно рачьим шагом, можно резинку связать спицами, кому как понравится. Расскажу, как выровнять ряды в тунисском вязании по кругу. Надеюсь, что вам понравится этот узор, и вы своим малышам свяжете такую же шапочку. Вот перед вами знакомая таблица, и вязать мы будем по ней, делать все расчеты. Далее, вот у меня есть пряжа, из которой я буду вязать. Рекомендованные спицы, ну и, естественно, крючок номер 3. Но поскольку я буду вязать тунисским крючком, вот двухсторонний крючок у меня тунисский на леске, значит, вы возьмите крючок побольше. Вот здесь у меня тройка. Три миллиметра. А я буду вязать крючком 3,5 миллиметра. Почему? Потому что тунисским крючком полотно будет плотнее. Поэтому возьмите чуть побольше. Следующее, на что стоит обратить внимание. Вот, значит, я буду вязать на манекен, окружность головы которого 38 сантиметров. То есть 38 размер. Обычно мы от размера окружности головы, вот 38, диаметр 12,1, отнимали 3 сантиметра на плотность облегания. Из-за того, что полотно при вязании тунисским крючком в ширину не тянется, на плотность облегания отнимать не стоит. То есть набираем столько сантиметров и петель в этих сантиметрах без учета на плотность облегания. Берем пряжу, делаем первую петлю. Каждый делает по-своему. И удобным для вас методом набираем необходимое количество петель на ваш размер. После того, как вы набрали цепочку из необходимого количества воздушных петель, на
Значит, замыкаем в кольцо. И начинаем набор петель. Либо прямо из косички, либо с обратной стороны, вот из этих бугорков. Вот видите, какой край будет у вас. Поэтому выбор за вами. Вы посмотрите, свяжите образец. Как вам понравится, так и набирайте. Ну вот, набрала я количество тунисских столбиков. Теперь мы должны закрыть. Закрываем этой же нитью. Сначала провязываем одну петлю, потом по две. Итак, вяжем по кругу до последнего тунисского столбика. И дальше я вам покажу, как замкнуть это в кольцо. Вот я довязываю круговой ряд до конца. Закрываю последние столбики. Вот последний закрыла. Петлю вытаскиваю. Между первым и вторым ввела крючок и провязываем. И мы выровняли с вами край. А теперь вводим крючок между столбиков. Набираем такое количество петель, которые у вас поместится для удобства вязания. Ну, теперь закрывать будем точно такой же нитью, только с другой стороны крючка. Значит, как по кругу вязать, вы, наверное, уже знаете, но я вам еще раз покажу. Теперь мы крючок передвигаем на обратную сторону. Поворачиваемся наизнанку. Берем еще один клубок. И им будем закрывать петли. Сначала одну, потом по две. Не довязываем несколько петель, поворачиваемся на лицевую сторону, крючок передвигаем и опять продолжаем набор петель. Набрали какое-то количество. Опять поворачиваемся и крючок передвигаем. Вот у нас нить, которую мы закрывали, и опять закрываем. Значит, сейчас я довяжу до конца кругового ряда и покажу вам.
И опять поворачиваемся. Вот, значит, вы довяжите вот где у нас начиналось. Набирали мы до этой части. Дальше я вам покажу. Итак, вот я здесь закрыла. А здесь я набираю. И дальше мы опять продолжаем набор. То есть мы теперь вяжем по спирали. Если мы здесь вязали по кругу, мы соединили, нам нужно было выровнять край. Здесь вот эта нитка потом уйдет, и край будет ровным. То есть здесь мы вяжем уже по спирали. Вот, и так вяжем, набираем, набираем и закрываем. Передергиваем. И опять закрываем. И так вы вяжете этот узор рогожка на высоту, которая вам понравится. Вот я буду вязать двухцветную, то есть вот один цвет. И вот такой второй у меня дальше пойдет. Но вы не забывайте, что нужно оставить на резинку. Я не знаю, может кто-то без резинки будет вязать. Вот сюда нужно оставить на резинку. Теперь если мы будем делать набор другим цветом сразу, вот следующий ряд, допустим, то у нас получится ступенька. Видите, переход будет виден. Это некрасиво. Но можно так оставить. Смотрите, как у вас будет выглядеть. Вот у вас тунистские столбики. Вот один ряд. Следующий тунистский столбик у вас будет здесь. Вот они. У вас получится, что другой цвет вот здесь будет. И будет нестыковка. Можно, конечно, что сделать? Вот эту часть задрапировать, что-то связать. Какое-то украшение другим цветом, типа цветочки какие-то. Или еще что-то. Ну, вот этими же цветами можно закрыть. Это в том случае, если вы будете вот так вязать. Вот этот переход, вот он переход, видите? Можно его потом закрыть. Но я буду вязать по-другому. Значит, желтую убираю. Это последний у нас тунистский столбик. Следующий тунистский столбик вывязываем. Он у нас будет первым. И мы его отметим. Вот таким образом. А вот эти все закроем до конца. Все. И вот эту нитку, чтобы не распустилась, вытяните. Или поставьте сюда маркер. Закрепите. Опять возвращаемся к первому. И теперь набираем тунистские столбики, не закрывая, по всему кругу. Полностью набираем только петли. Закрывать пока не надо. Вот заканчиваю я набирать петли. Вот уже в конце ряда. Здесь мы тоже закрыли. Сюда тоже
ввели крючок, вытянули петлю. И вот здесь нитки не перепутайте, вот которой мы набор делали, ею же мы закрываем. Сначала одну петлю, потом по две. То есть мы идем в обратном направлении по лицевой стороне. Вот, видите, у меня все петли набраны на леске, вот они. И вот мы их закрываем в обратном направлении. Значит, закрывайте до конца, и вот здесь я вам покажу. Закрываю я уже вот в конце кругового ряда. Вот у нас был первый тунисский столбик. К нему мы подошли, а вот здесь у нас последний. Вот эту петлю вытягиваем. Вот сюда вводим крючок. И теперь мы петлю должны соединить вот с этим первым тунисским столбиком. Вот теперь мы берем нитку другого цвета. Делаем накид и провязываем. Эта петля у нас потом здесь затянется. И теперь мы делаем набор вот из этого отверстия. И дальше уже набираем, как обычно. И у нас этой ступеньки не будет перепада. И дальше, опять же, мы набираем только петли, не закрываем их по кругу до конца. Вот здесь у нас будет последний. И будем закрывать точно так же, как и первый ряд. То есть выравнивать. Давайте сейчас набирайте только петли. Вот я добираю желтым цветом до конца уже. Так, здесь у нас петля занята, уже есть один. Вот я по всему кругу, видите, набрала. И этой же ниткой закрываем сначала одну петлю, потом по две. Итак, мы закрываем опять же до этого места. Вот я заканчиваю этот ряд закрывать. И вот здесь под первый тунисский столбик соединяем. И видите, у нас перехода нет, у нас ровный ряд. А дальше опять вы вяжете по спирали, сколько вам нужно, то есть набираете петли, передвигаете, берете еще один моток пряжи и начинаете закрывать сначала одну, потом по две. И опять у вас этот цвет будет идти по спирали. Не по кругу, а по спирали. Вот. Опять вы остановитесь в каком-то месте.
вы тут уже разберетесь. Прикрепить, опять же, закроете, как я вам показывала раньше. То есть выровняете ряд и перейдете к другому цвету, либо к этому. Можно здесь вот нитки перекручивать и тянуть вверх, как уже вам понравится. Как я говорила, узор не тянется, поэтому нам плотность облеганий здесь вычитать не нужно было. Вот из этих петель наберете спицами, либо крючком резинку, либо спицами, и по кругу свяжете. Вот смотрите, я выравниваю очередной ряд. Вот желтого цвета заканчиваем. Сейчас еще я вам одну вещь покажу. Так, вот здесь, значит, мы соединяем. Причем соединяем тем же цветом. Вот, соединили, да? И можем закрыть. И вот где вы увидите брак небольшой, чтобы потом задрапировать эту сторону, часть, вы можете начинать вязать вот напротив, набор делать. Здесь уже не важно. Вот, можете прямо отсюда набирать. Не там, где мы закончили, вот здесь, а уже напротив. И точно так же вяжете первый ряд, до конца набираете, и этой же ниткой закрываете и выравниваете. Сейчас вам покажу еще один метод соединения. Вот смотрите, может, он вам больше понравится. Так, вот у нас два столбика. Значит, первый мы начинали и второй. Смотрите, вот петля одна. И вот вторая. Вот так. Делаем накид, провязываем через эти две петли. Но нам, это мы над столбиком соединились. И далее переходим между столбиками. Вот сюда. Мы же между столбиками набираем. И опять делаем набор. Вот, посмотрите, кому как понравится. Может быть, этот метод даже и лучше. Ну вот, так у меня получается. Я закрыла последний ряд. Дальше буду вязать опять желтым цветом. Здесь нужно набрать резинку теперь, чтобы вам, как говорится, не промахнуться по высоте. Значит, резинку набирайте. Можно между столбиками начинать набирать. Кому как понравится. Можно одну лицевую, одну изнаночную. Можно 2 на 2. Как вам нравится. Вот. Можно так набирать. Лицевая, изнаночная. Можно набирать за полупетли. Значит, вот где мы начинали, там же и набираете. Вот отсюда набирать. И вот отсюда. А эту косичку оставить, чтобы она смотрелась. В общем, фантазируйте. Можно даже сделать так. Набирать прямо из косички сначала один ряд лицевыми петлями. Вот, лицевыми. Они хорошо ложатся.
потому что изнаночные они протяжка будет видна. Вот, видите, некрасиво смотрится. Вот. Поэтому можно попробовать сначала набрать лицевыми, а потом уже резинку вязать. Один к одному, два к двум. Можно рис вязать. Но если вы будете вязать резинку спицами, вот здесь, то на резинку вам надо набирать больше петель. Вот здесь какое-то количество, значит, надо больше петель набрать, иначе у вас резинка будет тугая, некрасиво форму потеряет. Вот, поэтому решать вам, вязать резинку или нет. Вот я провязала 8 сантиметров. Значит, сейчас я вам еще раз расскажу, как я делала расчеты. Вязала я на 38 размер. Вот, 38. Глубина шапочки 14 сантиметров я брала. 14 это та цифра, когда вяжем до бровей. Глубокая шапочка. 12 сантиметров вот эти. Это когда мы вяжем вот до этого места. Ну, давайте попробую нарисовать шапку. Вот, допустим, шапка у нас. Значит, вот так. Это 14 сантиметров. Окружность это 38 сантиметров. Обозначим буквой S. 38. Дальше. Диаметр. Диаметр на 38 размер 12,1. То есть от центра сюда и сюда. Это у нас диаметр. Двенадцать и один. Значит, радиус будет равен 6,05. Здесь же у нас тоже донышко проходит, когда мы прямо вяжем. Точно такое же. И вот отсюда это будет все радиус. Значит, чтобы узнать высоту вот эту часть до донышка, когда на донышко уходим, надо от всей высоты, так, где видно, от 14 сантиметров отнять 6. Получаем 8 сантиметров. Значит, вот здесь радиус 6 у меня, а здесь 8. Расчет очень простой. Вот я и связала эти 8 сантиметров. Вот. Это высота. Вот эту часть. Теперь мне надо переходить на донышко, 6 сантиметров провязать.
У меня в этих 8 сантиметрах шестнадцать рядов. Вот здесь 16 рядов. А мне надо провязать вверх еще, закруглить, 6 сантиметров. Это будет X. Как найти, сколько рядов мне нужно провязать? Я 6 умножаю на 16. 6 умножаю на 16. И делю на 8. И получаю 12 рядов. Значит, вот сюда вверх мне надо 12 рядов провязать. За эти 12 рядов я должна убавить все эти петли. Вот здесь у меня 67 тунисских столбиков. И я должна их убавить за 12 рядов. Я расскажу, как делала расчеты я, а вам уже решать, так рассчитывать или по-своему. Значит, вот есть таблица такая. Это правило плоского круга для вязания крючком, причем столбиками без накида. Мне это не подходит. Почему? Потому что у меня тунисские столбики ближе к столбику с одним накидом. То есть... ближе вот к этой схеме. И значит, здесь правило плоского круга какое? Делится на 12 сегментов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот по нему я и буду делать расчеты. 12 сегментов. Значит, у меня количество петель моих должно делиться на 12 сегментов, чтобы равномерно делать убавление. Но у меня 7 петель лишние. Значит, равномерно я должна убрать эти 7 петель. Вот здесь. Убавляем 7 петель и выходим на 60 тунисских столбиков. Что нам и нужно. И потом эти 60 тунисских столбиков делим на 12 секторов. То есть ставим маркеры, и у нас получается в каждом секторе 5 тунисских столбиков. Теперь я расскажу, как я делаю расчет, через сколько петель мне убрать лишние столбики. Вот у меня их 67 тунисских столбиков. Мне надо 7 убрать, чтобы выйти на 60 тунисских столбиков. Вот на эти. Я 67 делю на вот эти, которые надо убрать, на 7. И получаю 9,58. Значит, как я считаю, мне нужно провязать 8 тунисских столбиков. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А 9 и 10 провязать вместе. Вот 9, 10 провязать вместе. Вот так у меня расчет.
То есть я беру количество своих столбиков, делю на то число, которое нужно убрать, беру эту цифру и следующую за ней и убавляю. Теперь я вам покажу, как делается убавление при вязании тунисскими столбиками. Вот я их набрала, и я на левой стороне, на изнанке. Раньше мы провязывали, закрывали вот так, то есть провязывали 2 петли. А чтобы убавить, надо провязать 3 петли. Вот, вот таким образом. То есть мы один столбик убавили. Дальше по 2. После того, как я сделаю убавление, у меня вот здесь 60 тунисских столбиков. И теперь один ряд я провяжу без убавлений. Вот мы здесь 2 вместе провязали, видно. А теперь один ряд, ничего не меняем. Вот опять 2 вместе. И закрываем. Теперь я перехожу к схеме, где 12 сегментов. И как я буду делать убавление. Вот у меня осталось 60 тунисских столбиков. По 5 штук в каждом клине. Вот здесь 5 у меня. По 5 тунисских. 5. У меня осталось. Значит, вот давайте я нарисую. Вот верхний клин, 5 столбиков. Следующий клин тоже 5 столбиков. И так далее. Дальше. Мне надо убавить за 12 рядов. Если я буду убавлять в каждом ряду по одной петле, в каждом клине, то я за 5 рядов закончу донышко. Мне надо за 12. Значит, следующий клин я не убавляю. Следующий клин тоже не убавляю. Затем клин убавляю. Затем 2 раза не убавляю. Один, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше опять у меня по 3 остается, то есть я по одному убавила тунисскому столбику, опять не убавляю. Потом убавлю. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять не убавляю. И в последнем уже можно еще убавить. Получится по одному тунисскому столбику. Вот такой расклад.
Вот, смотрите, в этом ряду я сделала убавление. Вот, два вместе у меня провязаны. Дальше идем по этой линии. Вот они, два вместе. И один ряд я провязала без убавлений. Давайте вот так отметим его. То есть я убавление в этом ряду не делала. Теперь мы будем делать убавление. Значит, вот это у нас будет последний. Сейчас я его закрою. Так. И в этом ряду мы должны делать убавление. Значит, один. Этот не считаем закрытый. Два, три, четыре, пять. Значит, вот первый. Один, два, три, четыре, пять. Следующий тоже первый. Один, два, три, четыре, пять. Этот будет следующий первый. В следующем сегменте, секторе, это без разницы. Первый. Итак, мы распределяем на сектора, на сегменты до какого-то определенного момента. Ну, наполовину, допустим. Ну вот, я половину шапочки распределила по 5. Тунисских столбиков, и теперь будем закрывать. Так, передвинули. Значит, вот у нас тунисский столбик первый. Мы перед ним закрываем. Дальше 3 петли провязываем вместе. 1, 2, 3. Дальше 1, 2, 3. То есть мы закрыли 4 петли. Вот давайте дальше смотреть как. Закрываем 3 петли сразу. То есть мы один столбик убавили, один остался. Один, два, три, четыре. Опять 3 петли провязываем. Один, два, три, четыре. Вот закончила я ряд. И следующие 2 ряда вяжем без убавлений. Смотрите, куда я вожу крючок. Вот сюда, перед убавлениями. И дальше после. Вот так. И закрываем только по 2 петли. Вот здесь потуже, потому что у нас там пропущено. То есть соединено вместе. Ну вот, провязала я все ряды. Отметила их.
И вот остался последний ряд, где у меня по одному тунисскому столбику. То есть я вышла на эти 12 столбиков тунисских. Теперь нитку обрезали, берем иглу и стягиваем. Желательно вот сюда в край, в самый, за петли. И потом стянете. Ну вот и закончили мы с вами вязать шапочку. Вот такая она получилась. Единственное, что вот в этом месте можно украсить. Чем можно украсить? Можно сделать бантики. Значит, возьмите ленту узкую под цвет и сделайте бантики. Можно украсить обычными пуговицами. Вот, подобрать цвет, допустим, сюда такой цвет, а желтую на это место. Можно украсить вот такими украшениями, пришить. И сюда еще несколько, и будет очень даже красиво. Пришивать лучше мононитью. Вот она такая тонкая. Мононитью пришивать. Также можно украсить пайетками. Подобрать по цвету. Вот такими пайетками. Можно сделать помпоны маленькие из такой же пряжи. Есть готовая тесьма. Вот кусочек тесьмы пришить. Вот есть наклейки красивые. Продаются они в магазинах одной цены. Здесь по две пластины. Наклейки отрываются очень хорошо, легко. Так, берете наклейку. И приклеиваете. Кто переживает, можно еще зафиксировать мононитью. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.